Доброе утро всем, ребята. Привет из несолнечной Германии. Только что выгрузил очередную партию картона. Где-то минут 40 постоял. Сейчас мы едем. Что типа прямо показывает? Что направо нельзя? Как-то нет. Почему там едут грузовики? Фредбург. Там едут грузовики. Почему мы не можем поехать? Станем тут рядом. Короче, нам нужно проехать сколько-то там. Сколько-то там надо проехать, там 96 километров, загрузка и потом на Данию, выгрузка завтра. О, все нормально. Сегодня, блин, ночью ночевал. Андрюха даже думал, что я не найду такое место, где буду ночевать там на 28-й дорожке. Но я нашел, он говорит, на 29-й. Отдохнешь, когда свернешь. Ну, не знаю, я нашел нормально, так все в порядке было. Ну, здесь, короче, такой бардак на этой выгрузке. На этот варел. Заехать, припарковаться. Непонятно, что там. Табло как работает. Я там повернул, главное, блин, заехать не могу. Стоит сзади меня болгарин. Бибикает. Чё бибикаешь, блин, как будто я просто так вот, мне делать нечего, я вот решил постоять, вот решил просто постоять. Не коснемся мы его? Вроде нет, нормально. Поверните направо. Ну, потом я встал там одно место, и он приезжает, я ему говорю, ну чё ты бибикал? Стоит и не знает, куда ехать. Я говорю, ну вот видишь, я же не просто так, как бы, делать мне вот нечего, я вот решил постоять. Что-то понять не могу, что тут такое. Нам туда не надо, нам не надо на Фрейдбург. Нам на Олденбург надо. Не показывают. Может там, блин, ремонт какой-то идет, а я, блин, тут ничего-то не знаю, блин, как обычно. А не, вроде нормально, дорога просто сужается и все. Ох. Просто я к чему говорю это? Вот если вы видите, машина стоит, но она же не просто так стоит, правильно? Наверное, значит, перед ним кто-то стоит, и он не может там заехать. Будем тут, блин, рыскать, искать место выезда. Как я сюда ехал, ну сейчас просто светло. На втором повороте поверните. По темноте ехал, вообще не видно, что они тут мосты начали ремонтировать. Я вот, например, стоит передо мной, ну понятно, что он не просто так стоит, что какая-то проблема впереди. Я никогда не пищу там, типа, не свищу, не моргаю, ну значит. Ну, вынужден человек так стоять, а не просто носу ковыряется, понимаете? Ну, я надеюсь, вы тоже так делаете, но просто не надо там нервничать. О, блин, здесь что такое? Здесь есть поворот налево? Блин, поворот налево закрыли. Ёпарасете, блин. Ой. Вот в чем дело. Поэтому и надо было там проезжать. Закрыли здесь, блин. Ладно, проедем так. Продолжайте ехать по дороге 7 километров. Ох. Ну, люди разные бывают. Ну, просто он потом... Я уже встал, знаете, вот встал, стою. Я уже сходил, зарегистрировался. Там электронное табло.
все дела. А этот все крутится, крутится, не знает, где ему примкнуть. Ну, видно, наказан, как бы, за свое поведение. Все стоят, и ты стой. Что ты там суетишься, блин? И там так, если ты неправильно встанешь еще на паркинге, блин, то ты не видишь табло, которому... надо, ну что мне тут идет, который показывает табло, там показывает машина такая-то, такой гейт такой-то, но тоже я там по незнанию там смотрю, гейт это типа весы, мне надо было влево повернуть, но там повернуть влево, чтобы к этому, к этим весам подъехать, возможности нету, потому что там такое столпотворение, мама не горюй. А Игорь, ну, хозяин, говорит мне, там хороший паркинг, там туалет, душ, столовая там есть, ну, за деньги, конечно. Хорошо, я так переспросил, ну, как я переспросил Андрюху на всякий случай, он говорит, да, там, блин, вечером он забит, они там ночуют, люди, как бы... Поэтому туда даже не суйся. Ну, я... Так время было уже достаточно поздно. Я был бы там после 10. Да и мне, может быть, хватило бы. Может быть, хватило бы время. Не знаю. Потому что я закончил... Ну, я, да, пятнашка. Две подряд девятки отработал. А сегодня, кстати, четверг. Сегодня тоже буду ехать по максимуму. Но сегодня, кажется, я, если не ошибаюсь, не пойду на паром. Как-то я по-другому пойду. Наверное, на Патбург, что ли. Куда-то. Но я еще так не смотрел этот адрес. Не люблю я отвлекаться. Если было бы время там. А так ввел адрес и поехал. Начал я сегодня пораньше. 6.30, в 5, нет, 5.50 по местному, у меня в 7 с выгрузками должна была начаться. То есть сегодня и раньше надо закончить. И мне на этой неделе 45-ку надо брать. Шарокопяточка, да. Прямо проехать. А толку тогда было бы от того, чтобы я прямо поехал. Сейчас посмотрю по обзорчику. Да нет, все правильно, я как бы еду. По-другому там и не можно было проехать. Да, все правильно. Немножко проехать, чтобы выехать на магистраль. Туда не надо, ладно. Погода не алё. Надо не забывать, февраль месяц. Вообще снег должен идти, правильно? А не дождик. Дождик, дождик. Какие еще у меня там новости за это время? Паромчики пришел из здания. Ну, все нормально, все как обычно, будни. Что-то хотел рассказать. Надо собраться мыслями по поводу этих 24 компенсаций, сделать какой-то отдельный видос. Что я смотрю просто, блин, не все понимают, зачем нужно 2-24 и как делать компенсацию. Но это как-нибудь надо собраться просто мыслями и так по полочкам разложить. Единственное, могу сказать, что если вам нужно делать компенсацию после 2-24, ну это коротко, вы должны ее сделать до начала очередной 45-ки. Причем не только 24-ку должна стоять, а еще и суточную. То есть суточную плюс две компенсации
за 24-ки, за эти две. И только тогда и закончить это до начала 45-ки очередной. Причем 45-ку эту, вернее, эту компенсацию, все эти дела надо делать не там, где ты хочешь, а именно, блин, в стране регистрации автомобиля, либо на базе компании, которая относится к автомобилю. Это очень все коротко. А так вообще условия я как-то действительно соберусь мыслями и расскажу. Ну а сейчас мы гоним километр 300, хотел сказать кило 300 проехал. Пум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум. Магазин мне не надо. Я вчера заехал в магазин. Нет, позавчера я заезжал в магазин, да. Надо как-то мне выработать такую тактику, чтобы в магазин заезжать на по дороге из здания. Там очень удобно подъезд, чтобы не тратить время. Ну вот. Ну, я люблю в этот рентил заезжать. Мне там нравится. Через 300 метров там поверните налево. Хотя я бы не сказал, там как-то, блин, нравится. Что-то немножко как-то разочарован. Audi Family. Вот там зато есть Super Action. Поверните мне туда налево. Надо как-нибудь заехать, чернила для печати купить. Что-то у меня что-то... Печать тусклая стала. Пару раз попрошайничал на этих, на погрузках. Может, есть у вас? Выделите мне печать. Нет у них, блин, не дают. Продолжайте ехать по дороге 5 километров. Ой, я не один такой, за мной еще какой-то там идет коллега. Этой тропинке. С одной стороны, хорошо, что дороги делают, но эти постоянные ремонты у них в Германии, они, конечно, раздражают. Особенно, когда ты идешь там, вот в этом районе вообще первый раз, впервые, это, блин, ближе к воде, к морю Балтийскому. В следующий раз я поеду, блин, чтобы уйти туда, куда надо, блин, рассчитать маршрут. Сейчас пока как есть. Ладно, ребята, едем. Едем, едем, едем на загрузку. Что там грузить буду, не знаю. А, сейчас гляну, что там вообще по тоннажу хотя бы. Одна загрузка к Маданию. А что именно? Вообще ничего не написано. Что такое? Go now. I sent full order. Когда там? I have all details. А, говорит, езжайте сейчас, я пришлю полный заказ, когда будет весь заказ, когда будет все детали. Ладно, поехали. А, и сейчас проедем этот городок бургерский. 30 или что-то не будет? Что 30 показывает? Я даже не видел, блин, знака 30. Ладно, будем
начинаешь туда перекресток, здесь уже 50 будет, около 30. Надеюсь, там впереди никакого радарчика нету, но как-то странно, почему 30? Или там отстала фура? Хорошо, фура встала, а этот едет, блин, легковая несется. Значит, все нормально. Туда 30, направо, блин, налево. В тупик 30. Ладно. Третий раз говорю, поехали. Вот здесь что, паркинг плейс? Здесь можно ночью постоять, наверное, втихоча. Даже в таких маленьких городишках, видите? Все, говорю, никак не могу завершить. Кюнст. И там Женя спрашивает, чтобы показывал. Ай, ладно, потом расскажу. Вот я действительно что-то, блин, не могу, блин, попрощаться. Все, давай, поехали дальше, ребят. Давай. Ну что, 3,5 километра осталось. Получил я полную информацию. 28 палетов. Ну, главное, по метражу полная загрузка. Либо будет так расставлять 28, либо, может быть, это нестандартные палеты какие-то. Не знаю. Посмотрим вообще, что это за фирма. Называется она, блин, как-то сейчас скажу, ребята. Блин, хер его знает. Wheels Valor GmbH. Wheels Valor. Не, Wheels of Lor. Может, это опять цветы, я как-то там с каких-то ферм, помню, возил. Ну, не с ферм, блин, а заводиков цветочных, там, где рассаду делают. Но это бывало больше в Голландии. Да не, из Германии тоже возил. Wheels of Lor. Там не палеты были, там были такие, как тележки. Да, это было, было. Ну, еще было, по-моему, даже в Хейстере, по-моему. Опять Андрюха спрашивает, куда едешь? Говорю, куда еду. Он говорит, блин, не был я там. Я говорю, так, у меня 60%, я еду там, где ты не был. Много новых появляется. Ну, это хорошо. Старые вы там катаетесь, эту бумагу возите туда-обратно, тоже неинтересно. А у меня, блин, зашибись. Так Игорь говорит, главное, чтобы по фермам не послали. Я говорю, а мне прикольно по фермам ехать. Что там, блин? Какая там проблема? По ферме поехал и поехал. Так. Что-то вот мне кажется, что-то будет с цветами связано, вот реально. Дом номер какой там был? Первый. Еще кажется, что я здесь был. Что-то так напоминает. Через 600 метров. Хотя нет, там какая-то земля. Поверните направо. Какая-то земля. Грунт. Я уже вижу, вон туда тоже фура поворачивается. Хьюсен. Да, видите, что-то для рассады. Я последний раз возил такую фигню, блин. Мне собирали с нескольких фабрик. Поверните направо.
пропустим их всех. Какая-то засада. Мы за ними так спокойненько и поедем. Они нам покажут дорожку. Это я говорю, торопиться не всегда стоит. Пропусти кого-то. Потом, ну, он как-то так за... Куда там идти надо? Ну, заезжай там рядом с ним, стань. В чем проблема? Странно. Сейчас что тут будет выезжать, не сможет выехать из-за этого. Да, здесь, по-моему, землю пасуют в мешки. Ладно, это немец, блин. Там один стоит как-то раком. Паркинг слева показано. А что это там стал? Ти-ри-ри-ри-ри. Стоппинг. Кто-то очень затормозил. Пойдем-ка задом чуть-чуть. Просто надеюсь, с этим не надо будет выезжать. Дадим чуть-чуть нормально задом. Вдруг этот будет сейчас выезжать направо, а не налево. Так. Еще даже можно сдать назад. Там сейчас еще фура едет. Ну, объезжай, объезжай. Свободная дорога. Вот, блин, на въезде застряли. Это как? Вот там какой-то этот стал не в кассу, чуть дальше не мог проехать или что там. Где там вообще паркинг, непонятно. Налево написано, почему он тут стал. Цель справа. Я уже понял, что цель справа. Блин, как много тут машин, блин. Походу, блин. То
Туалет био, блин. Где тут паркинг? Вот там? Интересно, блин. Напишем, что на месте. Так. 1:41 ехали. Ладно, мы заедем, припаркуемся. И дальше что? Куда-то надо идти, блин. Ну, да, здесь, блин, сейчас как в болоте буду ходить. Надо ждать, чтобы место освободили. Каким образом это делать? Думаю, кто-то еще заезжает, нет? Нет, пока, блин. Блин, он сейчас этого лупанет, нет? Фигня какая-то, блин, реально. Это пипец какой-то, бля. Надо заезжать туда. Поворот, надо просто ехать и ехать. А этот, блин, начал поворачивать рано. Ну и как тут вообще что делать, блин? Это, конечно, и мама не горюй, блин. Смотреть, куда нам вообще встать. Это сюда встал. А нам куда встать? Этот встал или выезжает? Тут еще как-то боком стоит, непонятно. Да, может быть. Этот уголок. Я не знаю.
пипец, блядь, это... Зашибись, блядь, это... Извините меня за мат. У меня тут вообще слов нету, блядь. Паркинг плейс. Ага. Офигеть, по кругу проехал, поехали обратно, в очередь встанем. Схожу, ну какая-то беспредел. Ну что, сходил я, зарегистрировался, регистрация там фигня, вводишь все. И написано, ждите возле своего грузовика, к вам подойдут. А где мне ждать? Ну буду стоять здесь ждать. Пипец. Если бы еще знать, где ждать, приготовьте, типа, машину к погрузке. Каким образом я тут приготовлю, блин? Не, может кто-то мне подскажет? Показывает мне, езжай. Да мне пофиг. Привет, коллега, заезжай за ним, я загрузился, буду увязываться. Плачь. Я уже один круг сделал, блин. А? Там негде ставить толку, то что я там поеду, и что я сделаю? Не, я просто говорю, что если что, за мной... Не, я жду. Я уже зарегистрировался. Не, я понял, я уже загрузился. Да я понял, а куда я поеду? Там негде, там нету места, где ставить. Я уже навернул круг, блин, уже по второму пошел. Пошел. Как поедет? Надо смотреть, когда выезжают. Вот я вот и смотрю. Поэтому, может быть, здесь выйдет, хрен узнает. А как они подходят, тебе говорят, да? Он подъедет на погрузчик и попипикает, скажет, поехали за мной. Ага. Блядь, грузит, ты чуть не задавил меня, я ему подожди, ремень, блядь, перекинул. Я ремень только зацепил, нахуй, он прет уже, я чуть выскочить успел. Не, ну так нельзя, конечно. Долбоебы какие-то. Да. Вот так, слышали?
и ничего не сделаешь. Сумасшедший, что возьмешь, как говорил Высоцкий пел, да? Про этих. Ну, опять задом тренироваться. Может быть, эти там выйдут. Кто-то. Раньше. Говорит, приезжай, говорю, что я там буду делать? Что я там буду делать? Уже, блин, типа занят. Ладно, пойдем вперед. На паркинг подойдут, говорит, а куда подойдут? Надо будет стоять, ждать. Не надо было никуда ехать. Ну, в следующий раз буду знать.